Люты подтвердить репутацию зимового месяца. Моцные морозы вернутся в Беларусь на наступном тыдне. Как поведомили в областном гидрометцентре, в ближайшие сутки в регионе прибавится снегу. Чакается слабый туман и гололед. На особных участках дорог максима гололедица. Температура по ветру у день будет от минус 5 до плюс 1 градуса. У субботу и неделю ситуация істотно не изменится. По попередних прогнозах, ясное и морозное надворье усталюется у середине наступного тыдня. 7, 8 и 9 лютого температура по ветру в ночи понизится до 20 морозу. У день шакается до минус 18 градусов.